Огромнейший привет. Продолжаем попытки прохождения Lost Castle, хотя бы там до третьего уровня, какого-нибудь до четвертого, может быть, если справимся с боссом. Поехали. Поехали. Какое у нас стартовое оружие будет интересно? О, отлично. У нас как раз магический посох. Который пусть не так много урона наносит, но все-таки рейнджовое оружие. Плюс 8. Отлично. Плюс 10 хп. Идем на бой. Или на кожаный. Немножко я тут, как всегда, поспешаю. И поэтому получил не совсем обязательных два урона только что. От мага. Уже всего. Ну, типа на барабане играя, поднимал боевой дух зеленокожим, но как бы не очень сильно поднял. И мы изи его просто уничтожили потом. Он остался один. В окружении врагов. То есть мини. Получай, 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 получай. Ну что? А? Тихо, тихо, уклоняемся. После небольшую паузу она будет тупить, как всегда. Что-то тип будет прыгать. Бить меня дубиной. Прыгать еще раз. И опять бить меня дубиной. Не просто прыгать. А вот сейчас попытка ударить меня дубиной. Попытка на меня запрыгнуть. И почти получилось. Почти. Ну, почти, как говорится, не считается. Плюс 10 хп, восстановление фул хп, это очень здорово. Не могу нести больше вещей. О! А, мы же рюкзак увеличили, не? Разве нет? Только что. Мы же рюкзак вроде подобрали, там было написано, что пассивное увеличение. Что это такое? Опять эти попрыгушки. С пикселей. Ай, я ненавижу это в любых играх. Надо быть более аккуратным и сосредоточенным. Я понимаю, это прекрасно. Что я делаю, а? Кто-нибудь мне скажет? Ну, кроме того, что как будто специально беру и просто отдаюсь зеленокожим на растерзание их. Надо быть более внимательным, аккуратным. Неизвестных зелий просто куча. Тьма. И явно эти зелья ничего хорошего нифига не делают, как всегда. О, бананчика. Яблочко. Кушаем. Кушаем! Доспех он хуже, чем мой. Нет, плюс 10 хп. У меня денег нет. А что такое? Носит урон врагам при касании. У меня, к сожалению, денег нет. Я бы купил. Посмотрел бы, что это такое вообще, в принципе. Типа что-то ауры, наверное, и так далее. О, динозаврик. Здравствуйте. Товарищ Дино.
Надо меня есть. Я понимаю, что мы вкусные такие, но... Во-первых, в железных доспехах это не очень хорошо для зубов ваших. Правда ведь? Что же я делаю-то, а? А чё там эта суперспособность моя его не убила, типа, не? Короче, потрачено кучу жизни и вообще ни о чем на убийство босса. Противно, да, что мы его убили, честно говоря. Ну, берем доспех. Наверное. Едим банан с яблоками. Зелье проверять, вот знаете, опасно очень. Потому что оно может оказаться совсем не тем добрым и нормальным зельем, добрым, хорошим зельем, которое, ну, как бы, может что-то хорошее нам нести, вот так скажем. Кабан на нас сагрится, мы просто только кабан. Ой, ты застрял. Да. А неплохо у нас вооруженница, да? Я бы сказал, очень неплохо. Единственное, что у врага тоже. Блин. Да что же я делаю, а? Это жесть. Это просто жесть. Для ренжа это дерево вообще должно быть изи. А я на нем теряю столько жизни. Ну не только на нем. Да отпрыгнешь ты от него просто! Это нереально. Такая нереальная тупость, такая штука у меня, наверное, может быть просто. С вашего позволения, просто небольшую сейчас прям просто паузу возьму, там, не знаю, секунд 30-40, просто чтобы успокоиться. Потому что это, блин, жесть. Иначе я просто дальше не пройду нифига. Просто жесть. Такие легкие моменты. Просто, ну, наилегчайший момент. Ух, ладно, сосредоточились, пошли дальше. Давай, 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 нагрись на меня. Раздыхать, следующий. У нас хороший урон, у нас хорошая броня, у нас хорошее вооружение. Не надо, просто не нужно тупить. Все будет хорошо. Понимаете? Вот что вот сейчас это было? Жадность? Побыстрее убить? Да нет, наверное, все-таки не жадность. А то, что я успею отпрыгнуть, знаете, успею отпрыгнуть. На самом деле, ну, типичная глупость. Типа, а, добьем на пофиг. Она не работает. Не тот момент даже, чтобы это пытаться делать. Это делать просто абсолютно не нужно. Крип плюс 2, хорошо. Крип плюс 2 это очень хорошо.
У нас очень неплохая сборка, то есть терять ее из-за своей тупости, ну это, блин, самое последнее, что нужно сейчас делать, мне кажется. Я реально сейчас могу просто не воспользоваться этой сборкой, очень даже неплохой, даже не дойти до босса второго уровня. Тупо из-за своей тупости. Ё-моё, что это такое? А давайте оденем доспех. Ну он просто выглядит прикольно. Как минимум. Согласитесь. Он вроде передвижение мое увеличивает, скорость передвижения. А скорости мне, наверное, как раз и не хватает. Так что вполне неплохая вещь. Годно, я так сказал. С ней даже, как-то, знаете, больше шансов, мне кажется, пройти-то. Я реально правильно сделал то, что взял ее. Ну, только я неправильно сделал, что вот делаю то, что сейчас я сделал. Это, конечно, это идиотизм. Терять ни на чем хп, это у нас периодически, к сожалению, получается. Это мы, к сожалению, периодически любим делать. С упорством, достойным лучшего какого-то применения. Ну вот и все. Ну вот и все. Это уже дезмораль поехалась. Подъехала дезморалька. Я даже не пытаюсь как-то убежать от врага. Дезмораль намного более хардкорная и сложная вещь, чем любая игра для меня. Дезмораль заставляет меня бросать играть до конца в каких-то ситуациях, где надо играть до конца. Что это за ерунда? На самом деле у нас шансов нет с боссом. В принципе, вообще никаких. Если он не даст какую-нибудь хорошую сокровищницу. Ну, бумеранг мне... Ну, пускай будет бумеранг. А если он пригодится. Обидно. У нас очень неплохой шанс был как минимум дойти до третьего босса с этой сборкой. Я сам этот шанс себе испортил. Ну, конечно, шанс еще остается, но... Согласитесь, он намного меньше, чем был. Хотя против этих гадов не так и сложно уклоняться, как и если когда у тебя моральное состояние спокойное. Вот можно себе позволить так стоять и бить, потому что он их будет откидывать. Защита плюс один. Хорошо. Нужно понимать, где это можно делать, но нужно понимать, где это делать нельзя. Мне нужны куриные ножки. Ну, хотя бы так. Установили себя full HP. У нас есть еще эта штука, которая установит нам full HP, если что. Тихо, ушел, 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 ушел. Разбил. Поговорил. Купил. ХП плюс 10 пассивная. Хорошо. Хорошо. Да, скорость передвижения очень важна на самом деле тут.
Еще плюс 10 пассивного, отлично. Еще плюс 10 хп. Надо убегать, да-да-да, надо убегать. Потому что доспехом нам повезло, реально. Доспех топчик, топчик, просто топчик. Просто мега топчик. Как по мне. Нужно сначала уничтожить эту фигню. Подобрать пассивную плюс к атаке. А потом уже убивать этого дикобраза. Ай, бывает. Ой. Своей же шкурки из-под банана. Главное сейчас не задизморалить. Крик плюс 2 еще. Нужно очень много какой-нибудь еды. Да не, железного рыцаря, конечно же, нет. Яблоко, да. Да, 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 да. Так. У нас есть одно восстановление. У нас есть 4 яблока. У нас есть бумеранг. У нас есть паук. У нас есть зелье. Зелье, которое дает нам... Что-то я не то делаю явно. Вернее, я все не так делаю, мне так кажется. Да, это все. Заем последнюю вещь, которую мы могли в принципе заюзать для хп. Заем боевой кристалл наш. Юзаем последний. Ах ты, ёперный театр. Зелье поганое. Ну это зелье сейчас мне просто... Зелье мне испоганило попытку в конце, когда мы уже собрались. Прошли мы этого паука, но могли пройти намного более... с более... менее-менее потерями. Но, в общем, намного меньше могли потерять. Это реально. Защита. Устанавливаем жизнь. Нет. Скорость передвижения точно нет. Я не буду снижать себе никак. Ну что ж, у нас нет жизни. У нас очень мало шансов дойти куда-либо. Но мы дошли до третьего уровня. Это неплохо. Какой-то момент немножко себя переборов. Какой-то момент немножко себя переборов. Так-таки не бросили играть до конца. Нет, 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 нет. Это нечестно. Что я сейчас сделал? Не знаю, ну что ты сделал. Нужно зелье подобрать, вот это. Что-то не так с этим. Я думал, что оно красное, оно устанавливает хп. Призрак это что-то с чем-то. Да зачем? Мог пройти дальше, мог. Но не получилось. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Айс, ждите новых серий. Всем пока-пока.